Шалом, ребята! Сегодня мы с вами будем играть самый дешевый ДК Clash Royale. Она стоит 1,3 эликсира. В нее входит то, что вы видите на экране. Я не знаю, как мы будем дефаться, как мы будем атаковать. Но это будет очень интересно. Не забудь про подписочку. А мы начинаем бой с самой дешевой колодой. Ой, духа на духа. Так, здесь мы бомбера выставим. Ай, блин, слишком плохо получилось у нас бомбера выставить. Я надеюсь, принцесска не умерла, не умерла принцесска. Так, выпускаем одного духа. Кстати, народ, а это довольно-таки удобно. И очень быстро можно крутить цикл. Я не знаю, может у нас еще и получится победить этой колодой. Это будет что-то интересное. Очень хорошо, что мы взяли бомбера. Вот, у нас уже того два бомбера. Конечно, без эволюции, но тем не менее. Так, выпускаем духа. Ладно, экономим, экономим эликсир. Довольно-таки еще неплохо получается, слушайте. Главное не просто кидать карты все в попад, а попробовать построить тот цикл, которым мы будем хорошенечко нападать. Ну, хотя победы я, честно говоря, не жду, но стараться надо. Я вначале что-то слишком сильно разогнался. Так, у нас тут принц. Принца мы теперь будем дефать всякими духами. Так, ну, бомбер сделал свое дело, естественно. Так, 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 так. По сути, можно бомбер через зеркало кидать, но, видите, у него есть бревно, у него есть, зараза, еще есть банда. Немножечко не подрасчитал. Так, но довольно-таки мы смогли хоть какой-то урон нанести вышке, а это уже хорошо. Если мы дошли до вышки, это замечательно. Так, цикл у меня прокрутился быстрее. Сейчас бревна, по сути, быть не должно. Бомберы залетели вообще на ура. И мы практически снесли вышку. И, кстати, бревна здесь, наверное, не хватает. Мне кажется, можно его все-таки поставить, там, не знаю, поменять. Что-то с чего-то. Так, 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 так. Бомбер, бомбер. Еще раз пошел бомбер. Выставим еще раз стенобоев. Сейчас бревно, бревно, наверное, кинет. Снесли вышку. Серьезно? Мы еще можем выиграть? А он что, неужели он сдался? Почему он ничего не делает? Делает. Пробуем задефаться, пробуем задефаться. Нормально. Нормально, народ. Сейчас будем идти за второй вышкой. Сейчас будем идти за второй вышкой. Но, честно говоря, чел с тоже очень интересной колодой какой-то. Поэтому то, что мы здесь можем выиграть, меня, в принципе, не особо удивляет. Хотя, такой колоды попробую еще выиграть. Остается 9 секунд. Неужели мы выиграли? Нет. А, у него ракета есть. У него есть ракета. Он добил меня ракетой. Нормально, нормально. Очень интересно, очень интересная борьба. Бомберы, так, хорошо. Пошли, пошли. Подрывник, подрывничок у нас идет. Дух такой, дух ледяной. Одни духи вообще прям. Так, а он тоже спамит, гляньте, он тоже спамит всякой херней. Но у меня спам-то побольше получается. Но мне нужно убить принцесску. Ай, зараза, я пропустил бочку, я пропустил бочку. У него есть принц, этим, по сути, он и выигрывает. То, что у него есть принц. У него есть и принцесса. Вот этот принц, они мне очень сильно мешают. Прям очень сильно, я бы сказал. Выставляем бомбера, тупо заспамим моего духами. Не знаю, насколько это будет эффективно, но эликсир у меня просто на пределе. Бомбера на защиту кидаем, не забываем. Также здесь у нас идет вот так, электродух, ледяной дух. Также все с середины, правильно, в середине карты. Не знаю, зачем мы это все делаем. Ой, очень бой интересный такой. Не, может, если тут поспамить, блин. Бревно, бревно нужно. Ай, зараза.
не смогли мы, к сожалению, выиграть, но бой получился довольно-таки интересный. Но советую, кто будет пробовать играть этой колодой, все-таки брать бревно. Если было бы бревно, я думаю, было бы куда легче. Ну что же, видео подошло к концу. С вами был Теплый с колодой 1 и 3. Не забудь про подписочку на канал, дальше будет еще интересней.